Всем привет! С вами Ромашка и Малыш. Привет! Итак, нашей долгой, кропотливой работой, дом я уже показывал наш, мы все-таки более-менее как-то еще нуждается в доработке, но достроили нашу оранжерею, то бишь тепличку. Вот такая не особо круглая, но более-менее что-то похожее на многоугольник. Вот, вот так вот идет крыша с небольшими дырочками, но это потом еще закроется. Вот, свое как бы орошение по кругу, как видите, идут маленькие бочки и одна большая бочка пока, потом еще поставится. И я покажу, что они и к чему. Вот так это выглядит снаружи. И сейчас зайдем вовнутрь и посмотрим, как это выглядит все внутри. Насколько хватило фантазии и ресурсов, настолько мы это все и сделали. И он сразу начинает кушать. Меж всего болтает на нем. Привет. Привет. Вот у нас Ромашка бегает. Ой, вот ИК бегает, принимает работу. На самом деле красота, конечно. Просто все здорово. Нигде вот эти вот не торчат. Лбом не будешь биться об эти... как это называется? Малыш, как называется? Ну, вот эти? Каменные краны типа такого. Да, да, да. Они все утоплены внизу. Вот. А потом за посадками их не будет видно. Мы вот... Я сейчас побегаю, спущусь вниз за семенами и начнем посев. Ну что же, у нас идет везде парниковый эффект 300%, абсолютно на каждой грядке. Грядки идут у нас вот таким вот кругом, в два ряда. Я надеюсь, что Оле хватит такое количество грядок. А сколько на РКБ мы засеем? Вот так начинается. По-моему, надо строить еще одну. Нет, нет, я вот по кругу, по внешнему, я, наверное, все будет в наркобере, потому что овощей нам на все остальное хватит. А вот наркотик уходит быстро, а собирать его муторно. Также здесь вот у нас костер для ночного освещения будет. Такой небольшой пробел, а по кругу я везде поставлю модовские ящики, в которых 100 слотов. И, соответственно, буду в них хранить. Два крайних останутся для Оли. Что-нибудь там есть, семена, еще что-нибудь. А остальное все пойдет под удобрение. Также я везде понатыкал эти крестовины, каменные трубы. Вот это вот все. Да, вот как Оля сказала, я утопил фундамент эти краны. Во-первых, нету самой воды, анимации и текстуры воды, и меньше нагрузка на видеокарту. И поставил по 200 единиц накопители от дождя. Вот от этого они питаются. Также еще я поставил для проверки пока только одну модовскую. Один модовский накопитель, у которого объем 7000 единиц. Что самое интересное, он встал поверх стандартного каменного. То бишь, получается у нас на одном, получается 7000, 200 единиц в общей сумме. Он выглядит у нас вот так вот. И, соответственно, в нем 7000 объема. Это классно. Это действительно, если их понаставить, это хватит, я не знаю, наверное, весь остров. Это утопить просто. Здесь хотел сначала стены тоже поставить стеклянные, но тут все так криво идет, что решил убрать, и пускай она такая вот полуоткрытая будет. Если даже кто-то сюда заберется, кто-то там что-то захочет, да ради бога, жалко что ли, тут столько всего расти будет. Вот, ну и соответственно будем затариваться уже удобрением. Потому как удобрений на такое количество грядок понадобится очень-очень много. И еще поедем за кристаллами,
чтобы уже поставить везде двери. Почему я поставил дверные проемы, чтобы можно было легко добраться и где-то что-то переделать и все прочее. Также видели, что это сверху смотрится тоже симпатично. Везде стоят вот эти вот баки по 200 литров. Плюс еще будут модовские стоять. Ну, и вот такая вот у нас оранжерея получилась. Ольга, ваше слово. Давай потом покажем ребятам, когда вот начнем сеять. Сейчас мы сбегаем, старимся семенами и начнем сажать. И, ну и потом покажем, как тут все зеленее. Угу. Хорошо, потому я тогда... Потому что здесь есть модовские томаты, чай, кофе я видела. Табак. Еще там много всякого. Табак. Хорошо, табак. Виски и виски. Я помню. Да-да-да. И виски. И там, по-моему, есть пивная бочка, можно будет и пиво тут фигачить для некоторых. Да-да-да. И соки для некоторых. Да-да-да, и там можно делать разные соки. Я так понимаю, что как раз вот эти вот все модовские новые семена, ну вот мы их все пробуем, все вам покажем. Да, согласен. Ну что, я тогда ставлю пока на паузу, и как начнем, тогда сниму. Ну что же, вот мы и вернулись, и сейчас... Оля у нас начнет распределять, куда она что будет засеивать. В принципе, мне теперь проще. Я построил. Ну, мы построили, извините. Вот. Ну, Оля у нас будет огородом заниматься. Кстати, а ты взяла эти тоже накраски тебе, чтобы посадить? Азул Берри, там еще какое-то Берри. Вроде они должны быть. Оля, ты меня слышишь? У меня, наверное, отвалился. Сейчас я перезайду. Ага, у нас везде наркобери будет. Привет, меня слышно сейчас? Да, слышно. Ну, я слышала твою последнюю фразу. У нас не везде будет наркобери, но вот первое, у меня их всего 19. Что? Вот, посажено просто. Ну, ты тогда по внешнему кругу, наверное, посадишь везде наркобери, да? А по внутреннему да, уже да. Вот как раз вот эти все семена. Ты, главное, не забудь посадить эти для красок, чтобы тебе. Ягоды, которые... Ой, смотри, смотри, тут сразу проявилось. Видишь? Не, у меня это... Отключено вот это. Не сразу появляется, у меня позже. Я уже вижу. Ну, пошли так по часовой стрелке тогда. Пойдем по часовой стрелке. В смысле? Вот я иду, нет? Я ну, по да, часовой да. Иду или против? Ты против часовой. Ну, так получилось. Я, наверное, шучу. Пошла. Шучу. Бе-бе-бе. И, кстати, то, что говорили, что... Обязательно должно быть все закрыто стеклом, чтобы был парниковый эффект. На самом деле нет. Как можете видеть, стены нету. Есть только потолок и небольшая стена, и то с дверными открытыми проемами. И везде парниковый эффект 300%. Да, абсолютно везде. У нас вот на эту постройку
чтобы более-менее как-то все это подогнать. Ушло несколько дней, конечно, но мы это сделали. Ну, на самом деле, большую часть, конечно, малыш тут делал. Вообще, хвала ему. Это очень муторно. Очень так вот. Но оно того стоит. Вот реально оно того стоит. Потому что теперь я буду за всеми ягодками бегать сюда. Да если даже кто-то что-то свистнет, не жалко будет. Приходите все свистеть. Так, слушай, правда у меня весь круг? Сколько у нас по кругу количество, какое, не помнишь? Помню, совсем помню. Мне не до этого было. Тут помню, там не помню. Да-да-да. Не, ну, наркобыри, сами понимаете, что это мало не бывает. Насколько я помню, вот на том сервере Liberty я собирала утром и вечером по 300 ягод. Посмотрим, сколько здесь будет. То есть, в общем, получалось с Костика... Нет, по 200. С двух получалось 300. Вообще, на одну грядку уходит, получается, 299. На одну, да, большую? 299. Да. Странно, а здесь немного другое количество. Ну ладно. Где-то 540 тысяч, где-то 500 тысяч. Удобрение? А, подожди. Испорченное удобрение. Все, я понял. Я где-то старое удобрение воткнул. Ну ладно, пускай дорабатывается. Я там же 4 грядки разрушил. Жалко их будет потерять. Вот на самом деле такое удовольствие. Конечно, в жизни это все более... Еще более муторно, кто знает. Да-да-да. Но в игре сажать – это просто удовольствие. Да, говори. Вот у меня сейчас. У тебя сколько там семян-то осталось на РКБРе? У меня осталось 7 семян, было 19. Угу. Ну да, не хватит, видимо. Но это мы сейчас доберем. Да ничего страшного. Ты имеешь в виду семян, ничего страшного. Да я согласен, конечно. Я думаю, хватит нам на первое время и на краски, и на наркотик. Мяса у нас там много разного всякого. Но наркотик-то нам теперь хватит. Теперь придется вот эти вот на модовские ящики побольше ставить. Количество. Хотя там же ящики у нас освободились. Вот смотрите, как делает Оля. Она одну забирает, семя сейчас пропадет, засеется. И она обратно кладет сюда этот удобрение, чтобы, как говорится, не терять место. Да, меня научили. Вот, и оно получается удобрение по максимуму. Вообще, конечно, мод хороший. Сейчас начнем делать соки, сахар. Табак, еще что-то. Будем все потихонечку изучать. Много, очень много недоработано в этом моде. Но надеюсь, что это все доработается скоро. Ну вот все, у меня последние 7 в РКБРе. Сейчас дальше... Посмотрю, наверное, по кругу пойдут краски у меня, а внутри я уже, если они еще там что-то остались, какие-то грядки.
Ну, кстати, у тебя осталось 5 грядок. Ты как раз можешь это 4 цвета плюс белые. 5 грядок, да? Да, Окей, у так. тебя как раз 5 цветов и Значит, получится. ну, пойдет сейчас у меня белый цвет стимбери. Ну, стимбери я, наверное, две все-таки сделаю. Этот цвет нужен. Да, Участок сделай одну, такой. его хватит. Здесь как раз просто у Да? тебя в месяц по каждому цвету. Так, джибери не идет. Что у меня тут еще есть? Азулбери. Азулбери. Есть. Вот она. Азулбери, там еще какая-то бери, я уже не помню. А все, у меня больше нету. Межберри есть, но это как бы то, что кушаю. Остальных у меня нету Нет, берри. подожди, межуберри это как раз это нет, это для Нет. этого. Это Нет, да, это для еды. это для еды. Наши животные любят эту ягодку. Да, у нас динозавры аристократы, они питаются, кто травоядный, чисто только межуберри. Нет, подожди, должны быть еще семена. Я все собрала. Все, у меня остались семена. Вот, тинтаберри, прошу прощения. Вот тинтаберри у меня есть еще А, красненький. подожди, мы же Берри не надо сажать. Почему? Ну все, я посадила. Подожди, сейчас я сделаю. Ничего не надо. Не, зачем? Его собрать проще. Нам нужно то, что для краски. Вот красненький. Вот, смотри, Наркоберри, Стимберри, Азулберри. Давай за Тинтаберри. И должна быть еще одна, две. Нет, точно не вижу. А какие у тебя там еще есть семена? Посмотри. Остальные мутовские. Остальные модовские. Вот картофель, семена, картофель, кукуруза, это то, что было, лимон у нас там, да? Я там убрал все. Морковка, Сюда кукуруза, картофель. будем Вот, засаживать. остальные все модовские, все. Ну давай тогда вот это все засеивай в этом внутри круга. Овощи. Да, согласна, там оставим. А там я сейчас это принесу. Я сейчас быстренько добуду и принесу тебе эти семена. Так, ну что, сюда придут картофель. Ну что, пока Уля у нас засеивает, пойду быстренько соберу. Благо у нас теперь на территории можно спокойно и семена собирать, и все что угодно. Кукурузка. Так, я тебе семена наркобери, кстати, может быть, сейчас принесу еще. Морковка поехала. А какие там еще нужны семена тебе, не помнишь? Там голубые ягодки, вот такие вот, похожи на... хорошо, синие. Голубые это у нас, а нет, это сиреневые. Ну ладно, уговорила. Голубые, да? Да, голубые. Так, ты меня сбил. Ну, как всегда. Как же без этого? Ну да, как в одном фильме. А, лимончик. Вы сбиваете меня с ритма. Так, лимончик делаем. Точно не нужен. Да. Это Наркоты тетрадка. будет столько, что хоть А кушай лимон, ее. семена лимона. Семена лимона. Вот они все. Нашла семена лимона. Они просто похожи на вот эти модовские, они просто не отличаются. Кто-то мне говорил, что вот эти модовские все одинаковые, что ли, вот, то есть их трудно только по названию только определить. Ну что, пошло модовская барлиси. Не знаю, что это такое, посмотрим. Она сразу вылезла, и какая-то очень тонкая, такая высокая трава.
не знаю, что это. Сейчас глянем. Так, ну, табак. Табак, да, табак. Табак, конечно. Табака несколько сделать, да? Наверное. Нет, делай по одной, потом там хватит? Чем-нибудь добьем. Конечно. Ну, по одной, да, потом посмотрим. Так, табак, томаты. Понятно, что это томаты. Ой, какие красавцы. Сразу такая веточка жирная. И, кстати, как настоящие томаты, они уже зацвели желтыми цветочками. Так, лимон, семена чая. Там, если что, посмотрим, может быть, если останется место, мы же берри все-таки посадим. Как скажешь, посмотрим. Жалко. Так, лимон, чай, табак, кабак какой-то. Ну, мне кажется, что это типа кабачка или, я даже не знаю, есть спайс какой-то белый, что это. Очень интересные какие-то тут. А, я в крайний ящик тебе еще семян принес. Семена sugarcane. Вот sugar это точно сахар, сахарный тростник, может быть. Может быть. Кстати, я сейчас... Ты не помнишь, как ягоды для красителя называются? Я сейчас посмотрю. Я помню, что вот желтенькие какие-то. Так посмотри на втором этаже, вот они все для красителя. Гляну. А, ну глянь. Так, азулберри ты сажала? Азулберри, да. Так, теперь амаберри. Как? Амаберри. Нет, амаберри вот не было. Вот, должно быть семя у тебя амаберри. Это желтые. Есть такое, нет? Нету. А, нет такого, да, семя? Нет, нет, вот желтеньких и голубых не было. Так. Райс. Ну, это рис, понятно. Семена риса. И какие-то семена каш. Кашью. Не знаю, что это. Ну, вроде все. Все модовские я аккуратненько посадила. Мы посмотрим. Больше, наверное, пока ничего не будем досаживать, да? То есть пусть оно пока остается. Мы вот подумаем. Сейчас я посмотрю, сколько осталось. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь грядок, кажется, осталось пустых. Вот, по внутреннему кромбу. Ой, слушай, приходи, посмотри, здесь уже красиво проклюнулось все. Вот модовские семена, ну, я надеюсь, что тоже что-то будет видно с твоей камеры. Ну, у меня пока только наркоберри начали проявляться. Ну, вот здесь вот модовские, посмотри, они большие достаточно. Что вот, разве, иди сюда, вот эти вот не видно, ты не видишь вот эти длинненькие, нет, вот эти нет. Вот кустики томата тоже, да, нет, не видно? Нет, я пока не вижу это. Ничего, вот, ну, красиво, я вижу. Так, семена даешь вы какие-то? Посмотри, я вот здесь вот в крайний ящик принес семена. Тогда я сейчас поставлю на паузу, схожу, посмотрю про эти ягоды желтые, амаберри, которые, и тогда уже продолжим. Так, ну что же, как видите, амаберри я уже нашел, принес, как и обещал, вот, хотя я их принес еще до этого. Так, что мне тут еще надо? А, вот тут кофе, стой, тут кофе я нашла есть, то, что я не посадила, так, что тут еще. Так, здесь не кофе. Засеяно и не засеяно. Камелия какая-то, камелия, граб какой-то. Ну, а-а-а. Тебе там еще сажать и сажать. Вот, барли какой-то, я пошла сажать.
Подожди, давай вот здесь вот закончим сразу Ама Берри. И смотри, все ли у тебя краски будут. Черная есть, белая есть. Белая. Азулберри у нас синяя, насколько я помню. Тинтаберри у нас красная. И тинтаберри красная, да. Ама Берри желтая. Все, все. А, ну и вот все. Сюда тогда это, Мажаберри, посади вот в крайнюю. Ну, хорошо. Пускай будет. Так вот, тамить кого-нибудь. В принципе, овощами хорошо. Ну ладно, пускай будет. Тоже в кормушку периодически будем закидывать. Так, у нас только пошел... Сказать. Ну да. Дождик. Дождик пошел, и сейчас посмотрим. Большая бочка, как она... Да, она наполняется, все отлично. Вот 3426 емкость. 3060. Отлично. Да, классно, конечно, получилось. Как все зацветет. Ой, будет красиво. Обалдеть, сколько семян новых, а? А у меня что-то вот в эту вот не хочет вкладываться. Это или откат, или что сейчас? Так, не хочет. Здесь у тебя уже есть. А, что у меня там? Ну, а, почитай. Все, там же вот прорастание. Все, все, все. Поэтому не хочет. Его не видно. Во, у меня уже... Сахарный тростник растет. Появился. Ну, там много чего появилось. Я уже Это я попозже увижу. Вот тут вот сразу... Ой, слушай, какая красота. Что это граб? Может быть, это виноград? Ты знаешь, переведи, пожалуйста, грейп. Точно, грейп. Это вот какие-то такие растения, и сразу они на... Как сказать? Ну вот когда, если кто видел, как сажается виноград, то виноградная лоза, она всегда прикреплена к какой-то палочке, потому что стебелек тоненький, он сам еще не держится. Также и эти вот растения, они прикреплены к какой-то палочке, как молодой виноградик. Ну, я уже дождусь этого, когда все прорастет, и тогда уже... Покажу, а то у меня... Еще раз покажешь, да. Да, то у меня убавлено. Но я уже вижу, очень красиво. Так, грейпсита разве не было? Крэш... Нет, не было. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что некоторые повторяются. Нет, не повторяются. Это нет, мне показалось. Нет, я старалась, не повторяются. Ага, хватит ли тебе грядок все засадить? Осталось-то ну, чуть вот совсем. Ну вот вот это вот кофе я посадила. И вылезли такие веточки маленькие, кофейного такого коричневого цвета. Хватит говорить про веточки, у меня еще не растет ничего. Ну, все будет. Хотя нет, уже что-то начинает. Так. Ой, иди сюда, неужели вот этого не... Ты должен это увидеть, они уже просто огромные. Вот это что это? Это у нас вот сахарный так. Тростник, вот это я вижу. Да, вот это ты видишь, да, вот это огромные кусты уже такие. А ну, давай посмотрим, может там что-то созрело? Нет, в процессе роста, видишь? Нет, еще в процессе роста. Ну что, ну классно. Вот у меня... Ой, а вот это ты тоже не видишь? Вот это дерево с красивыми цветами. Ой, какая красота. Что это у нас? Картофель. Картофель? Фу, как красиво. Ну что же, вот мы и засеяли. Остались еще где-то 4 свободные грядки. Кстати, да, 4 свободные. Не зря я все-таки поставил 2 ряда. Они прям в аккурат. Ну и тогда, как все прорастет и начнется плодоношение, тогда уже сниму с паузы. А пока уходим на паузу. Не расходитесь.
Ну что же, вот мы и вернулись. У нас уже все плодоношение идет. Да, виноградик уже готов. И уже будем смотреть, что у нас тут. Бананы какие-то, виноград растет. Да, кстати, виноград. Классный рисунок. 16 часов хранится, отлично. Будем уже... О, а вот это не портится вообще. Милк для молока, что ли? Так, интересно. Ну, короче говоря, у нас тут повырастало много всего. Даже дерево выросло. Опять сносить надо. To make milk. Очень интересно, да. Капуста хранится 1 день и 10 часов. Отлично. Вообще шикарно. Свежий рис вот у нас появился. Он тоже не портится. Чай 2 дня. Почти 3 суток хранится. Помидоры 16,5 часов. Табак. О, табак 1 день и 10 часов. Отлично. Табак обязательно. Почти четверо суток фреш берли. Я не знаю, что это такое. Это не этот случайно. Знаешь, на что похоже? На... Типа не пшено, а это ячмень, вот это вот. Ну вот я сейчас возьму вот этот какой-то фреш ти, свежий чай. Угу. И он тут для каких-то... То есть я сейчас даже сниму урожай некоторые, пойду попробую что-то готовить. Ура, у нас кофе! Да, кстати, кабедж, это вот она похожа визуально на... Ты показывал, да? Она похожа на... На капусту, на листья капусты. Да-да-да, на салат. На листья салата. Ты показывал, да? Да, я показывал. У меня и это пропало, понятно. Ну что, все классно. Оранжерея действительно оранжерея. Да, вот жалко, что нет хорошей оптимизации. На графике, на хорошей, это, наверное, смотрелось бы просто шикарно. Ну что же, тогда будем заканчивать запись. Кстати, ягоды у нас уже по 60 штук наркобери везде, я так понимаю. Будем заканчивать запись. И сделаем выводы того, что оранжерея получилась шикарная. Ольга, да. Слово за вами. Оранжерея получилась супер. Короче, только бегать и собирать плоды, что я и начинаю делать. Все. Как вы понимаете, у нас еще 4 грядки остались. Мы посмотрим, что у нас будет долго расти. Может быть, тогда сюда и это засадим, да? То, что нам нужно будет. Ну вот смотри, какой-то птерчик к нам в гости прилетел, забаговался. Хорошо. И какой уровень? Может, надо тут затратить? 44-й, не надо. Не надо. Ну, как видите, все отлично. Теперь будем изучать дальше, что у нас к чему. Ольга будет... чем его едят. Да, Ольга. Что и с чем у нас едят? Ольгу теперь не выгонишь отсюда. Она теперь жить здесь будет. Ну, попробуем. А что, тут все есть. Ой, виноград. Ты показывал, какой виноград? Да, вот да, я да. Все-таки была права, это вырос виноград. Да, я его показывал. Бочка большая у нас постепенно прибавляется. 5280, отлично, 7000. Понаставлю потом еще. И вообще шикарно будет. Ну вот так вот у нас выглядит оранжерея наша. Ну что же, на этом пока все. До новых встреч, как говорится. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Ой, слушай, кофе виноградный самый красивый, по-моему. Ну, не считая вот этого, если можно было, я бы вот этот щуга. Меня видно?
Что тебя не видно, вообще не видно. Классно. Нет, я в его, блин, засела внизу. Ну, посмотрим. Если сил хватит, то, может быть, еще одно сделаем и засеешь твою. Нет, нет. Для красоты. Нет, ты не понял. Да, для красоты я бы посеяла там внизу какие-то вот. Ну, ты все, мне его жалко. Ну, что ж ты тут делаешь-то, а, беняна? Ну, помоги ему. Как, вот как он вот сюда залетел? Вот, все, сейчас улетит. Не улетает. А, меня зачем бить? Я тебя ударила, прости. Да. Хотела. Да? Да. Иди сюда.